Вы сказали, что творение сделало свою работу. Теперь ваша задача прожить жизнь, а не искать ее. Но говоря об упассане, вы сказали, что бытие не самое главное в нашей жизни. Вы могли бы пояснить? Так, творение завершило свою работу. Итак, одна половина утверждения верна. Противоречий нет. Вы завершили свою работу? Нет. Так что другая часть тоже верна. В то же время я говорю, будь в упассане, потому что ваша роль в бытии крайне мала. Большая часть того, что с вами происходит, делается для вас. Это вы вращаете планеты? Нет. Вы бы жили, если бы они не вращались. Смогли бы жить? Нет. Вы управляете атмосферой? Нет, вы ее испортили, но не управляете ей. Вы заставляете свое сердце биться? Нет, вы дышите. Все жизненно важное просто происходит, не так ли? Ваша задача — просто научиться принимать щедрость жизни, чтобы познать ее во всей полноте. Если вы готовы, будьте радостны, счастливы. Делайте что-то стоящее для себя. Или же сделайте что-то стоящее для десятка людей вокруг вас. И они о вас тоже позаботятся. Все, что вам нужно сделать, это... Кому? Самому творению? Или оно слишком большое для этого? Разве оно не заслуживает этого? Просто творение. Вам нужно что-то еще помимо него? Неужели творение не заслуживает вашей молитвы? Разве гора недостаточно большая, чтобы поклониться ей? Я нахожу даже дерево и муравья достойными этого, потому что ничего из этого мы не можем вообразить. Со всем нашим интеллектом мы не можем представить лист на этом дереве. Один лист. Так что это только лишь ясное видение того, что есть вокруг. Но когда вы ничего не можете понять, что вы делаете? Я говорю об этом, будьте в упассане, потому что в любом случае ваша роль в бытии настолько мала, что если завтра утром вы вдруг исчезнете, ничего не изменится. Только если вы оставите после себя свой беспорядок. Но если вы просто испаритесь, ничего не произойдет, не так ли? Да или нет? Таким образом, ваша роль в вашей собственной жизни настолько мала, настолько ничтожна, что все случается, все это для вас, совершенно все. И как же вам быть героем, играя такую мелкую роль? Если вы думаете, что являетесь героем, вы совершаете серьезную ошибку, не так ли? Об этом я говорю. Я не говорю о великой духовной садхане. Но если вы живете в истине, это садхана. Как иначе? Чтобы остановить ложь, которую вы создаете, нужна садхана. Поиск истины. Узнать истину не значит, что вам нужно ее где-то искать. Она не где-то за горами. Она с этой стороны. Прямо сейчас эта часть планеты темная. Вы же не пойдете на другую сторону посмотреть на нее. Нет, она здесь. Истина означает именно это. Независимо от того, что есть истина. Что бы вы ни придумали, это ложь. Все же есть здесь. И вы являетесь героем в этом бытии? Это вздор. Это не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому, если вы понимаете, что ваша роль в этом бытии крайне ничтожная, не только по отношению к самому творению, но и к своей собственной жизни. Даже если вы попробуете контролировать такие простые вещи, как работу сердца и дыхания, спустя минуту вас ждет полный беспорядок. Да или нет? Так что
Я не говорю ничего нового. Это не учение. Просто напоминание о том, что такое реальность. Что поддержание жизни на самом деле никак не зависит от вас. Вы не пишете свою собственную историю. Вы пытаетесь прожить свою жизнь. Если вы проживаете ее, вы можете прожить ее только такой, какая она есть. Если только вы не пишете истории, тогда вы можете придумать свою собственную, не так ли? Если вы фантазируете, вы можете делать это так, как захотите. Если вы живете, вы можете жить в соответствии с жизнью. Нет другого способа жить. Поэтому не думайте, что это какое-то учение. Это просто жизнь. Живите ее. Не выдумывайте. Если вы придумываете историю, которая не соответствует действительности, и верите в ее реальность, когда она закончится, вы будете в растерянности. Потому что тогда все исчезнет. Ничего не останется. Если вы живете в реальности, независимо от того, живы ли вы или нет, она продолжит существовать. Жить в ней — самый безопасный способ жить. Это единственный способ испытать жизнь. Иначе ваши иллюзии вас же и предадут. На этом все.